Доброе утро, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мария Мистик. 8 мая 2023 года. Брюсик у нас поиграл. Тазик, ведро, Брюс! Брюс, нельзя, это надо убирать. Так, ну это не самое печальное, на самом деле, на сегодняшнее утро. Брюс поразвлекался у меня с Туи. Он оборвал не только ветки от Туи, но самое печальное, что практически от корня он оборвал кору с Туи. И у меня такой вопрос, дорогие друзья и подписчики моего канала, может быть, и гости нашего канала, может быть, кто-нибудь из вас разбирается в деревьях и подскажет, как можно вот это вот реанимировать. Мы тут веселились, понимаешь? Вот. И, конечно же, мы хотим ее отсюда пересадить, но, может быть, еще что-то можно спасти, вот хотя бы одну веточку. Я, на самом деле, покупала ее маленьким-маленьким росточком в Аби за 100 рублей. И растет она у меня здесь очень много лет. Мне ее очень же жалко. Ну вот, Брюс у меня за одну ночь, вот так вот ухайдокал деревца. Чего теперь мне с этим деревцем делать, я не знаю. Возможно, ее реанимировать, эту ту или нет. Вот такой вопрос. Сейчас пойду, конечно, читать в интернете. И вот покажу еще эту жопу. Новый год. Вот это вот его работа. В общем, весь участок нам тут уже разнес. Да, дверь это тоже, кстати, его работа. Он ее, собственно, так открывает зубами. Зубами. Либо за ручку дверь. Да, ручка тоже была у нас новая, недавно куплена. Старую он уже давно сожрал. Она была целиком деревянная. И, собственно, что он хочет? Он хочет пройти к кроликам. Кроликов он не трогает. Вот так, Фимка-то. Ну ладно, Фимка. Фимку он не тронет. Фимку он не тронет. Ой, у нас какая-то, видите, у собаки пластмасса во рту не хватает. Так, ну и что? Зайцев наблюдать будешь? Не сворачивай тут ничего. Зайцы, он молодые, тут сидят у меня. Да, мы вчера тут выяснили, что у нас вот эта вот красота, которую я назвала оливкой, будет Оливер, это самец. А вот это вот две самочки, они остаются жить с нами. И я себе купила еще одного кролика, породы мини-лоб, самочку дымчатого цвета, которую привезут мне 10 мая. Вот. И это еще не все наши новые питомцы. У нас их гораздо больше. Брюса будем сейчас отсюда выгонять. Он уже опять тут коммуниздит все, что можно. Ворует. Вот, дорогие друзья, на этом с вами прощаюсь. Увидимся в новых видео. Оставайтесь с нами. Всем пока-пока и до новых встреч.